Всем привет, меня зовут Дмитрий Рогачев, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я с вами поделюсь некоторыми кадрами, которые не попадали в остальные видеорепортажи о железной дороге, потому что эти поезда просто были ни к чему во время съемок. Они проезжали мимо, я включал камеру, и почему бы нет, подобные подборки у нас с вами уже были некоторое время назад и были достаточно популярны, поэтому сейчас тоже предлагаю просто провести немножечко времени на разных железнодорожных платформах. Например, вот ВЛ-10 У-1030 проходит мимо станции Лихоборы. Неподалеку на Грачевской пролетали мимо сдвоенная ласточка, сдвоенный маневровый и одиночный сапсан. Еще один маневровый попался на Петровско-Разумовской. На станции Ростокино сдвоенная Машка изучала пути. Теплым вечером на Петровско-Разумовской ЭП-2К потащил двухэтажный поезд в сторону Санкт-Петербурга. Можно все это разбавить и казанским направлением, где ЭП-2D, абсолютно обычная, шла своим рядовым маршрутом в сторону Москвы.
Пока еще была жива платформа Малина, мне попался там грузовой, который медленно, но верно ехал в сторону станции Каюкова. А вот в обратную сторону грузовой, уже на станции Крюково, проезжал гораздо быстрее. И под конец немножечко маневров, которые производились с поездами ленинградского направления, но снятые с платформы Рижская второго диаметра. Спасибо вам всем за внимание и за просмотр, и за лайки. До новых встреч. Пока.